вот мы о чем говорим, о том, что нам дают машины. По сути событий, нам машины не дают дилеры, понимаете? У нас дилеров что-то много стало. Они машины продают, причем по весьма интересной цене. Но с каким-то сожалением они нам, точнее, вам не показывают новые машины. Ну да ничего страшного, у нас есть центральная городская ярмарка. Очень хорошее, кстати, место. Чем она мне нравится, поверьте мне. То есть мы типа говорим, что кризис. Ну почему бы и не кризис, с другой стороны. То есть мы говорим о той машине, в которой мы в действительности едем, да? Subaru Tribeca. В свое время я ее вам показывал новую. Теперь, естественно, с пробегом показываю эту машину. Что мне здесь в действительности очень нравится? То, что эта машина сделана для блаблакаров. Знаете, такие штучки? То есть, если вы куда-то решили поехать, здесь 7 мест. Я вам продемонстрировал 7 мест. Нормально ставите. Мало того, вы еще экономите. По одной простой причине, здесь газовое оборудование стоит. А если вы хотите что-то сверху поставить, обратите внимание на это. Видите? Здесь. Мало того, что здесь солнечный люк хороший, грамотный. Здесь вы еще можете поставить огромные 2 багажника. То есть люди ездят, багажники сверху ставите, и вы не торопясь. Куда торопиться-то? 80-90 километров с экономией бензина ездить и везде, и всюду. Чем это не прелесть? Машина, естественно, американская. Тут других вариантов нет. Изумительная машина. Единственный вопрос, что вот мы сейчас ездим, да, у нас показывает, что вот, ну, мы, в принципе, неплохо так едем, если честно. 40 миль в час, это практически 70 километров в час. Но все абсолютно нормально. Все, что угодно есть. Загрузчик 6 MPEG-3 дисков. Все нормально. Конечно, вам предстоит немножко вложиться. Тут другого варианта нет. То есть, если вы берете машины бэушные, то надо понимать, что кое-что надо сделать. Но по сути событий, что здесь надо поменять? Ну, допустим, лобовое стекло поменять. Не сильно дорогое, кстати, удовольствие. Кое-что, немножко, кстати, покрасить. Причем тон в тон. И у вас уже практически новый автомобиль. Все остальное. Ну, я же вам говорю, я просто прокатился реально. А я проехал всю эту страну оттуда и до туда проехал. Не все это могли сделать. Так вот, что я вам могу сказать. Что, конечно, японцы, они крутые. Они рулят и будут ездить всегда. А это, естественно, Subaru. Сделано для Америки. Изумительный вариант Tribeca. Кстати, про цену вопроса. Цена вопроса 10 тысяч баксов. То есть 600 тысяч рублей. Ну вот, машина 2005 года. Продается на центральной городской ярмарке. Ну, почему бы и не купить? Я бы себе бы тоже купил. Потому что, вы знаете, сама ситуация там очень хорошая. Еще 20 лет можно на них ездить. Потом уже только электротяга. Вот так.